поверил в победу только когда пересек финишную прямую в четвертом заезде. Потому что отрыв был всего 0,5. Это в скелетоне цена 1-2 серьезных ошибок, и можно отлететь даже за пределы призеров. Поэтому не думал во время соревнований ни о медалях, ни о местах, а просто настраивался на заезды. Олимпиада есть Олимпиада. Вот, но дома, на домашних Олимпийских играх, это совсем очень необычно. И с одной стороны, как бы ты дома, родные стены, все знакомо. Мы тут постоянно тренировались, чувствуешь себя спокойно, уверенно. Но с другой стороны, груз ответственности гигантский, потому что все болельщики за тебя. И как стремишься их порадовать.